25-м выпуске, вот выпуск 25, журнал «Крещатик», мою зеркало Шекспира поместил статью. Вот Юрий Зельнецкий, «Сосновый бор, зеркало Шекспира». К сожалению, после начала СВО перестал журнал принимать от из России авторов материалы. И поскольку все читатели моей статьи, мое открытие, что в Гамлета словах «to know Emmanuel, where to know himself» Шекспир привел решение себя познания задачи. Сочли очевидно за галиматью рассказы о своем открытии. В клипах я теперь посылаю. На Ютубе и на Дзене Яндекса свои каналы. Да. Тяжелый случай.